Смотри, вот мы сейчас записываем. Это тоже, в принципе, реплей или нет? Ну, реплей он вешает мало, и его, то есть, просто он в игре открывается. А реплей этот. А, да это как-то смысла не вижу в этом. Ну да, там только звука нету. Плохо. Ну и осветить. Давай. Могу тебе вдогонку снаряд пустить. Чтоб быстрее ехал. Не надо. Промазал. У меня барабан, тебе тоже будет больно. 6 снарядов по 150. Нормально. Я так вчера... Меня свой как-то подтолкнул, я тебе, может, потом кину реплей. Толкает, я его на КВ первом с фугасницей херанул, меня забанили. 3 часа просто сидел без танков. Еще непонятно, когда банят, когда не банят. Ну да, у них какая-то странная система. У меня товарищ, значит, забанили буквально, мы что-то стали товарищ толкать по взводу. И его забанили, а меня нет. Просто даже, по-моему, он не попал в него. А просто не давал проехать. Ну, ох, нихера себе. Арта, жесть. Что-то нас тут, по-моему, больно много. Я светляка, никого не свечу, нормально. Я первые бои светляком воевал, наверное, уровня до 4-го танков. В кустах сидел, на тяжелых танках. Это потом уже чуваки мне объяснили, как играть. Я не помню, что у меня все постоянно выеживались, типа, блядь, чё не воюешь? А я как на ПТ-хе засел, причем на любом танке мог сидеть. А-а-а. Я тоже, я на этом иногда сижу периодически. Я просто знаю, что я сольюсь же сразу. Смысла нету. Слив — это благородное дело, да. Арта! Сейчас заберу муж ее. А, ты вон где уже. Пантера, нет! Поджог! О да, это скилл. Скилл! Задавила меня! Как? ПТшка задавила. Давай, тащи. Ща. Давай, в пердак ему. А, слепень ёбаный. Тихо, отъезжай, блядь. Отъезжай. Ты там уебаный, блядь, мешает. Вот это скворечник. Вообще, блядь. Голубят не можно открывать, блядь. Ага. Что же его, блядь, забрать не могут? Давай забираем, Даша. А, блядь. А. Голубятникова убил. Фургадрочер из меня никудышный. Ну, что-то чувствую, пахнет победой, бля. Ну да, где их 6, нормально. Ну, бывает и... Сколько там? 14, так, выигрываю. 14-8, например. А, все равно проигрывает команда, которая выигрывала. Бывают такие тащеры жесткие, как ты. Нет, вообще проф. Да, помню, даже выехать не успел, у меня арта в открытую ебанула. Ну, она прямой наводкой ваншотит просто. Бля, в пизу в следующий раз, это кью, блять, неудобно. Ну, одновременно ехать и нажимать да, неудобно. Да, еще калякать, блядь, вообще ужас. Ну,
Ага. Давай. Да ну. Что ж, его убить-то не могут. Ну как раз об этом и говорим. Пушка не опускается, приходится выезжать. Давай ему в борт или в пердак. Сейчас вообще его в борт, от борта работаю. Ну, чей тигр там? Сука, блядь, чини гуслю. Блядь, чё он не чинит гуслю, блядь. Блядь, Ремкомплект да ну нужен. его нахуй, я в судорогах начал. Ах ты, сука, пизда тебе. Гандон. Да-да-да. Я это тогда один раз покупал, ну, два раза покупал ремкомплект, а там что-то один, два, три. У меня, допустим, горит танк. А я, блядь, начинаю гуслю чинить. Он говорит, у вас все нормально. Я в судорогах начинаю херачить на все кнопки, блядь, и как пиздуйте ремкомплект. Нет, а есть голдовые, которые раз нажал и все чинится. Ну я из голдового только, ну за серебро 20 тысяч стоит. Только огнетушитель ношу, потому что он, ну сразу же тушит. Не надо никуда нажимать. А. Я его так купил и все, пускай лежит на всякий. Да, я что-то как-то я как за правдивый все равно танки. Если уж гуслю проебал, то стоишь. Я что-то тоже как-то раскрашивал, там что-то были какие-то Пенза мстит, как сам из Пензы там охерил, то есть эту надпись нашел, как бы. Город вроде мой там в боях не участвовал. А, там понял. Там же один наш земляк написал на Рейхстаге, блядь, а мы из Пензы, что ли, есть такая фотография, когда брали Берлин. Там что-то на это, москвичи писали, мы из Москвы, а он приписал, типа, а мы из Пензы. Вот, наверное, только поэтому. Да это если еще плавать мы начнем, то это... Не знаю, как говно в прорубь будет. Это все, кто потом будут прятаться уже там под водой, будем искать. Так нормально, затея. Но у тебя и ассоциации. Говно в проруби. Ну а как? Плывет это. А! Давай, жги. Арта лютует, блядь. Там вражеский класс. КВ, блин. Назад! Нет! Все, доиграл свой на скрипке. А, арта. Тут хуёвское место, оно, блядь. Прострел хороший. Да что ж, прицел-то вылез. Недоработано как-то. Да вот я говорю, сейчас должен вылезать с того танка чувак и кидать гранату. Ползком подлазить танку. Реализм. Ну да. Ура! А, я поджег, Тот сука, сейчас там гори. в панике с ведром воды бегает, блядь, пьяный механ, вот, блядь. Но он не догорит. Печально, не сгорел. Куда? Куда снаряд полетел? Что? Ангар.